многие жители сейчас совершенно озлоблены. Понятно, идет спецоперация. Многие лишились своих жилищ. Но вот о том, что Донецк 8 лет обстреливают, об этом люди хотят не вспоминать. Говорят, что все это выдумки российской пропаганды. Мы не знали лучшее про ведущем Мариуполе, который развивался, в котором строились дороги, строились тротуары, развивались парки, развивалась металлургия. Пришла Россия, пришли освободители. А как вы относитесь к тому, что 8 лет подряд украинские войска бомбили Донецк? Не мы же бомбили. А вы были в Донецке? Вы видели, как его бомбили? Конечно, больше 14 года. Никто не бомбил Донецк 8 Девушка, лет подряд. Я вам скажу, две недели назад, вот я как вы говорите, я такой, да кто там бомбит? Вот я приехал, и там до сих пор, я вам даже сказал, я вот не местный, да ваши же разбомбили. Кто? Наши? Ваша наглая российская провокация. Скажите подробнее, мы же просто слушаем. Как на территорию ДНР могла попасть Украина, чтобы бомбить Донецк? Ну, в Мариуполе в Авдеевке стоит, конечно. Вы сами в это верите? Ну, я на соседней улице сам 20 погибших видел. Серьезно? Точку У сбили, конечно. Вы думаете, я вам вру, что ли? Конечно, врете. Россия не умеет говорить правду. 8 лет подряд Россия умеет только нагло врать и создавать провокацию. Так это нам теперь за это, да? То есть 8 лет подряд вы хорошо, спокойно относились. Мы ведь не хотим войны. Донецк, мирные жители. Мы не хотим войны. Донецк не бомбил. А, никто не бомбил. Никто не бомбил. На вас точно мы бомбили, а нас ваша Россия. Я в Донецке не была, но у меня есть друзья, которые живут в Донецке. Они прекрасно жили, они получали двойную пенсию от Украины и России. Люди все там устроились. Кто бомбил Донецк? Никто не бомбил. А вот это вы хотите сказать? А вы слышали что-нибудь о боле ангелов? Это погибшие дети, убитые в результате бомбежки. А наши погибшие дети, как теперь будут называться, которых вы разбомбили? Ну вы же рассказываете, что вам надо сочувствие проявить. А как вы к ним проявили? К своим согражданам, да, гражданам сочувствие. Вы пришли на территорию Вильную Украины. Как вы, говорю, проявили сочувствие гражданам, своим братьям на ДНР? Да мы не бомбили. Никого не бомбили. Я вам еще раз отвечаю. Украина 8 лет не бомбила никаких мирных граждан. А 20 тысяч это была такая же провокация, как сейчас происходит провокация с вашей стороны.